Леди Гага больше не леди. Так решили голливудские активистки после выступления певицы на премии «Оскар». Всему виной этот красивый, пусть и лохматый мужчина. Брэдли Купер встречается с супермоделью Ириной Шейк и воспитывает с ней двухлетнюю дочь. А тут вдруг вышел с Гагой, влюбленные, эмоции не скрывают, о гостях церемонии забыли, еще чуть-чуть и покинули бы это злачное место. Но стоп, в зале осталась Ирина Шейк. За это на Леди Гагу и обрушились. Где женская солидарность? Так флиртовать с чужим возлюбленным. A very, very bad, bad girl, Gaga. Гага отбивалась с завоеванным Оскаром. Убеждала всех, они просто друзья с Купером. Только следы ее помады были вовсе не на дружеской щеке Брэдли. Тут в сети вспомнили, что накануне Оскара Гага расторгла помолвку с итальянским женихом. Ну точно из-за Купера. Да ведь она беременна от Купера, продолжалось это сумасшествие весь март. Гага взорвалась. Да, беременна. Новым альбомом. Выход был один – представить нового кавалера. Под руку попался звезда «Мстителей» Джереми Реннер. 5 дней назад Гага вбросила информацию об их романе. Может, хоть сегодня именинница сможет спокойно открыть интернет за чашкой кофе. Она стала звездой сериала «Американская история ужасов». Но что такое американские ужасы, поняла только сейчас.